почему? Да что, тот еще не готов. Мне тут подождать, да? Да. Папа, иди! Пойдем? Ну, пойдем. Как скажешь. Happy birthday! Задувай! Задувай! День рождения! Ура! Папа, ты ждал этого время? Какого? Когда твой день рождения наступит. Да. Сильно? Да. Пап, у Гарика что-то сломался телефон. Серьезно? Да, ему надо. Папочка, у меня сломался телефон. Какие наши действия? Никакие. И у меня, да. Пап, сломался телефон. В Москве у вас. Потому что новенькие телефоны вам подарили. Вы забыли? Так что на день рождения у вас, когда приеду, сразу новый телефон. Милый папа, поздравляю, желаю счастья, мира, радости желаю. Не гуси, не огорчаться, будь веселым, улыбаться. Да ста еще пожить и всегда здоровым быть. Вот это морские ежи. Так. Это рыбки. Спасибо, мой любимый. Папуля самый лучший, поверь, тебе правду говорю. Ты для меня как солнце, теплый лучик, я тебе свою любовь дарю. Я дочка, поздравляю с днем рождения, желаю без болезней долго жить. И каждую час, и каждую жизни дрожить. Спасибо. Ой, что это такая красота? Подушечка такая, я сама ее делала. Сама сделала подушку? Какая она? Настояла, не хотела тебя будить. Спасибо, Лизочка. Что это? Это сова. Ты будешь спать, играть и с ней любить. Спасибо, моя любимая. Я сама только мне ее... Как? Вот эту сову? Просто мне приложила просто ее цветочек, а эту достала иголочку. И получилось. Вот что у меня с утра под дверью. Это Гарри поздравил, это, наверное, от Аллы. Папа, Лючи и Смуси, я рада, что его сын. Сегодня у меня наглядный гость, а это день рождения твой. Папа, вы счастлив. Папа дорогой. Ой, спасибо тебе, Гарик. Спасибо. Спасибо, дайте поцелую. Дай, куда пошел? Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и Беллини принесли. Ну, это жизнь. Молодец. Лиза, у тебя есть какая-нибудь диета? Да. Какая у тебя диета? Пряников. Хорошая. Русская такая, да? Как у нас дети правильно питаются? Вот как в книжке написано? Ну, режим точно питания нельзя нарушать. Лиз, не говори режим питания. Вот как вот такое невоспитанное выражение. Знаменитый шоумен Максим Галкин отметил 42-летие. В день рождения рядом с именинником его семья – Алла Пугачева и двое детей – Гарри и Лиза. Юморист называет их главными сокровищами своей жизни. Как бы их ни стыдили, ни поливали грязью, но Алла Пугачева и ее молодой муж Максим Галкин демонстрируют идиллию в браке. Всем врагам назло пара счастлива и воспитывает 4-летних сына и дочку. Максиму Галкину исполняется 42 года, за которые он много чего успел. Построил успешную карьеру на телевидении и создал крепкую семью. Не секрет, что у Читы большая разница в возрасте, которую постоянно упоминают злопыхатели. Но это, по всей вероятности, вовсе не влияет на их чувства жены и мужа, который просто боготворит избранницу.
Пугачева также не скрывает, что в пятом браке наконец обрела счастье. Примадонна российской эстрады не забыла публично выразить чувства супругу. Она трогательно поздравила Галкина. Большая часть подписчиков исполнительницы присоединилась к поздравлениям и поблагодарила ее за откровенность, ведь она доказывает, что любви все возрасты покорны. Максим Галкин часто восхищается женой. На днях он показал удачный кадр. Любимая была изображена заметно посвежевшей. Недоброжелатели уверены, имел место фотошоп, а более лояльно настроенные пользователи не считают это важным. Ну а Алла Пугачева продолжает радовать поклонников эксцентричностью и жизнелюбием. На этот раз певица выложила в своем инстаграм фотографию в легкомысленном наряде и в шортах.